Всем доброго времени суток, вы на канале HardResetInfo, это телефон ArcoScore 57S, и сейчас вам покажу, как сделать скриншот на вашем устройстве. Для того, чтобы это сделать, давайте перейдем в меню, которое мы хотим запечатлеть, выберем нужную нам область, и теперь зажмем клавишу питания с клавишей громкости вниз. Таким вот образом скриншот делается и сразу же отправляется к нам в галерею. Давайте его откроем. Используем для этого Google Photo. И здесь мы можем также немного его подредактировать, выделить именно то место, которое мы хотим показать. Вот таким вот образом. Допустим, дату и время. Обрезаем все остальное и оставляем только нужный нам пункт. Это делается немного тяжеловато, но все же возможно. Нажимаем «Готово», сохраняем. И, как вы видите, мы сделали скриншот именно того, чего хотели. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч. Пока.